Когда это переходит определенный порог, вы становитесь полностью одержимы собственными мыслями. Почти 90% всех человеческих страданий заключается лишь в этом. Мое желание и благословение, чтобы вы вышли из тюрьмы собственного ума и познали великолепие мироздания. Апатия и вялость появляются или от чрезмерной еды, или от чрезмерных мыслей. Кто-то подумает, как может от избытка мыслей появиться вялость? Но все понимают, что от переедания определенно наступает сонливость. Но если вас поглотят ваши мысли, вы увидите, что вам не захочется вставать с постели. Я говорю не о способности думать вообще. Я говорю о том состоянии, когда мысли вас поглощают. Это значит, что они идут, не прекращаясь. Без ваших усилий, без фокуса, случаются непреднамеренно. Как только это перейдет в такой режим, вам естественным образом захочется ограничить физическую активность. И когда это перейдет определенный порог, вы станете полностью одержимы собственными мыслями. В медицине этому есть ужасающее название. Очень важно придерживаться некоторых ограничений в еде, а также в бесчисленных мыслях, которые могут к вам прийти. Думать осознанно — это совсем не одно и то же, что быть поглощенными или захваченными мыслями. К сожалению, для большинства людей такое различие непонятно. И цена, которую человечество за это платит, неоправданно высока. Умозаключение, которое вы создаете в своей голове, мешают переживать жизнь во всей ее полноте. Чем прочнее ваши умозаключения, тем больше вы себя отождествляете с ними, тем больше человек принимает психологические реалии за действительность. Почти 90% всех человеческих страданий только в одном. Ваша собственная психологическая драма представляется вам настоящей. Это ваша драма. Вы можете руководить ей, как захотите. Если вы хороший режиссер, то поставите ее так, как хочется вам, а иначе она будет происходить случайно. Такова реальность мироздания вокруг нас. Она прекрасна, но большинство людей выбирает жить внутри ума из-за созданных ими суждений, и теперь у них нет выбора, где проводить свою жизнь. Пришло время жить на этой планете, познать красоту творения и присутствие Творца в этом творении. Уделяйте достаточно внимания всем проявлениям мироздания, и вы увидите в нем присутствие источника мироздания. Вот что вам нужно испытать. Психологическая драма — ваше творение. Она несравнимо мала по сравнению с драмой мироздания, которая происходит вокруг. Пришло вам время насладиться ей. Мое желание и благословение — чтобы вы вышли из тюрьмы собственного ума и познали великолепие творения. The fundamental, the most fundamental aspect that you need to take care of is that you don't make conclusions. Самое важное, о чем следует позаботиться, это не делать умозаключений. Если не делать умозаключений, двери вашего ума не закроются.
Если из всех аспектов вы оставите один только интеллект, тогда каждая мелочь в жизни сможет сбить вас с толку, потому что ум устроен как скальпель. Он подходит для критического анализа, для того, чтобы препарировать и резать. Но если вы попытаетесь ножом шить, материя превратится в лохмотья. Сейчас многие люди через это проходят. Чтобы сшить, собрать вещи воедино, они используют режущий инструмент. Чем больше усилий вы приложите к этому, тем сильнее изнутри раздробите себя на части. Когда-то мир начали разделять, и этот процесс продолжается. Было время, когда люди уживались вместе. В Индии семьи из 400-600 человек жили под одной крышей. Постепенно от больших семей остались только родители, дети и внуки. Затем начались сложности с пожилыми родителями, их отправляют в другое место. Сейчас то же самое происходит и с детьми. И постепенно даже супруги перестают жить в одном доме и встречаются по выходным. Мало того, вы даже внутри себя все разрезали и распались на несколько человек, потому что критический ум режет как скальпель. Вот куда вы придете, если ко всем аспектам жизни применять один только интеллект. Однажды это закончится шизофренией. Да? Итак, важно, чтобы в вас оживали и другие измерения разума. Если они не будут работать, перестанут работать и сердце, и печень, и почки. Они бы не работали. Они функционируют не благодаря интеллекту. Внутри вас существуют такие измерения разума, которые необходимо исследовать и сделать сознательными.